друзья, всем привет! Мы находимся в городе Буэнос-Айрес, Аргентина, район Кабажита. Сегодня воскресенье, и мы покажем вам, как местные проводят свои выходные. Первое, что нужно сделать, это отправиться в кафе и позавтракать. Именно так делают аргентинцы. Они завтракают не так, как мы завтракаем. Для них завтрак – это чашка кофе и два круассана, ну, максимум пироженка. Самое главное – они оставляют на вечер. Местный алкогольный магазинчик, который постоянно на выходном. Пойдем. Это где мы были? Да, нет. Мы тут никогда еще не были. Папа такой ходит. Кафе прохлаждается без нас. Так, погружаем вас в атмосферу Буэнос-Айреса и идем завтракать в пиццерию. Как будто не попросили. Рынок – это что-то типа барахолки, ну и вообще открытый рынок. Его выставляют на субботу и воскресенье. А еще немножко фактов об Аргентине. Аргентина – это страна собак. Здесь просто в каждой семье, наверное, есть собака. За ними следят, как за детьми. Вот такие ряды на протяжении 2 километра где-то идут, и все разное, очень много интересных штучек. Например, я прям люблю такие барахолки. Вот. От инструментов, я не знаю, до носков. Gracias, amigo. Gracias. Мы сейчас добрались до парка, вот, зашли на детскую площадку, чтобы сын поиграл. И таких площадок в этом парке около 3-4 штук. Что из особенностей аргентинцев, для них нет такого понятия, как не сиди на ступеньках, не сиди на холодном. Они все сидят на бетоне, лавки у них сделаны из бетона. Я буквально там максимум 5 минут могу на ней просидеть, но это, скорее всего, привычка такая. Вот, мне становится холодно, они могут по полчаса, по часу сидеть, наблюдать за детьми на этих бетонных лавках. В общем, мы подошли к пруду, он находится в самом центре парка. Вот здесь самая большая концентрация людей, люди сидят, пьют чай, мате. И наслаждаются жизнью.
Местная сладость — яблоко в карамели с попкорном. Какая, ага. Ну да. Хрустит. Пока Дианочка доминает свое яблоко, я вам расскажу. Вот так вот и проходит день аргентинца. Вот, весь день они сидят, пьют мате, кушают сладости, берут с собой еду. И весь день почти сидят вот так в парке. Кайфуют. Еще гуляя между рядами людей, проходя прям такой отчетливый тоненький запах шмали, он прям присутствует на протяжении всей прогулки. Вот и мы по кругу гуляли. Вот, очень много людей, так как здесь марихуана легализована, люди спокойно ее курят, вот, что для нас непривычно. Здесь частичная легализация марихуаны, и дома можно выращивать, насколько я знаю, 3 куста. Вот, чем люди, естественно, пользуются. А мы на этом завершаем нашу прогулку. Пишите комментарии, что вам рассказать. Мы это обязательно покажем, расскажем, как люди здесь живут, что едят,